Привет, друг, пожалуйста, подпишись на канал, поставь лайк, так ты оценишь мой труд. В описании под видео есть Telegram уроки, например, как создать канал, как изменить имя аккаунта и так далее тому прочее. Я думаю, ты уже оценил видео и подписался на канал. Мы хотим скрыть это был, не был, но последний раз, когда мы были. Для этого мы идем сбоку в настройки и нажимаем конфиденциальность. Последняя активность. Вот идем последняя активность. Вы можете показать мои контакты, то есть кого у вас написали ваш номер, только им, либо никто. Но вы не будете видеть появление сети и время активности пользователей, от которых скрыли свои. Вместе будет примерно, да, недавно. Вот посмотрим сейчас. Давайте. Окей, да, вы будете. Окей. Наверху нажимаем вот сюда потом, то есть чтобы мы сохранили. Кстати, можно добавить исключение, добавить контактов. Так, добавить, и можно выбрать контактов, которые, чтобы вы показали последние. Ну, можно маме, папе, кому-либо. Давайте нажимаем сюда, и окей нажимаем, и все, идем сюда, сюда. И вот недавно, вот видели? Вы как знаете, было время. Теперь вы знаете, как скрывать свои последние активности.